свою шоколадку, не перебивай себе аппетит, потому что нас дома ждет что? Борщ. А борщ вкусный и горячий. Правильно. Вообще-то кто-то обещал себя хорошо вести в магазине, а кто-то обещал маме себя хорошо вести в Турции. Гранитовая шоколадочка, понимаете? И мармеладных мишек. И Миша мармеладных. И сигарет. Что? Турция, два сигареты. Дорогой, проверь, пожалуйста, уровень кислоты в котле. Естественно. Ай, дурак! Я люблю тебя! Я тебя люблю! А теперь давайте перенесемся на передачу «Хочу все знать» с Михаилом Ширвинтом. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, вот к нам пришло письмо из прекрасного города Елец. Вот Елена из Ельца спрашивает, скажите, пожалуйста, правда ли, что в Майами самые песочные пляжи? Ну что ж, придется отправиться в Майами на... Миш, давай по тексту. Правда ли, что в Вологде производит, мать его, вологодское масло? Да не просто. Уважаемые пассажиры, всем приятного полета. Это вам пожелали. Чего-чего? Ничего. А как вам моя еда? Блин, я думал, это моя вторая. Это моя первая. Помогите! Извини, дорогая, ты сама хотела по селёдке лететь. Представляете, они хотели в аэропорту, чтобы я сразу два места купил. Вам не предлагали? Мне нет. Отсюда меня! Наверное, посмотрели, что я в дорогой куртке лечу. Хорошо лети! Ой, как классно, вы мне еще и нос сломали.